Мы второй раз на этом форуме участвуем. Нам очень нравится, в принципе, и как бы мы считаем, что наша компания считает, что форум, ну, это такое завершающее событие сезона. Да, сезон. Да, как раз заканчивается сезон ландшафтного дизайна и света вместе с ними. У нас тоже заканчивается сезон. Как раз феерическое завершение форума, это, ну, сезона, это вот именно этот форум. В целом, в сезон в этом году прошел успешно. Дай бог, очень нормальный сезон. Мы сильно не зависим ни от каких там логистических проблем, ни от каких там... мы занимаемся практически импортозамещением, так что все наши светильники продаются со склада в Москве и без никаких проблем. Ну, мы, например, вышли из локдауна двухлетнего. Наша компания как раз-таки начала опять обновлять коллекции, потому что два года локдауна мы не смогли не запустить ни какие-то новые светильники. А так вот в этом году запустили прекрасные серии там и камышей, и декоративных различных светильников. Я думаю, что слава богу, что мы вышли из локдаунов. Я хочу сказать, что моя мечта, от той, которой я когда-то мечтал, о создании своего дела, о создании своего бренда, о создании того продукта, которым бы я мог гордиться, она осуществилась. Спасибо большое за такое грандиозное событие, как 6-й международный форум ландшафтной стрелы, зеленой стрелы. В этом году реально Дмитрий Баранов старался очень сильно, и такую сцену, там чувствуешь на сцене себя как Стив Джобс или там Илон Маск, так что очень все классно, очень все красиво и очень все приятно и достойно. Спасибо огромное.